Хорошая тачка. Спасибо. Кто это? Мэйв, это Стив. Нет, Эми, я про козу. Овсяная лепешка, что у тебя на лице? Усы. Все лето их отращивал. Забыл тебе сказать, вчера я видел Мэйв. Я не хочу больше ничего знать про Мэйв. Мы видим, как ученики приходят в то, что недавно назвали секс-школой. Доброе утро, Мордейл. Как настроение сегодня? Отлично! Я ваш новый директор. Похоже, у нас есть ученики, которым нравится порочить нашу честь. Это изменится сегодня же. Что? Думаю, я готов. Ну, ты понял, правда? Там идет борьба за эмоциональное и сексуальное здоровье подростков. Я помогу Мордейлу и всем вам вернуться на правильный путь. А это что? Моя табличка позора. Подростки не должны заниматься сексом, ведь он испортит вам жизнь навсегда. Так нельзя. Это регресс. В любом случае, я пас. Все гораздо проще, если тебе наплевать. Тебе не плевать. Тебе разбили сердце. Что он здесь делает? Ее нужно было подбросить. Как удобно. Чем быстрее ты и твои сверстники поймете, что вы не особенные, тем лучше. Слушайте все! Мы все умрем. Вот так. Мы из разных измерений, Эми. Я просто хочу снова стать прежней. Эми, возможно, ты уже не будешь прежней, но это нормально. Мы сможем что-то изменить к лучшему. От разговоров нет толку. Я хочу измениться. Ты не должна позволять другим людям тебя унижать. Ты прекрасна, такая, какая ты есть.